Приветствую всех, кто меня сейчас смотрит, и сегодня я хочу рассказать о своем новом рисунке, графической работе примерно формата А4, который называется «Метафизическая голова и осколки идей». Ну, безусловно, вот эта работа, само название перекликается с таким направлением живописи, как метафизическая живопись, разработанная известным итальянским художником Джорджо де Кирико, суть которой заключалась в изображении грани между миром живого и неживого. Отсюда у многих художников метафизического искусства, вот, ну, в первую очередь, конечно, у самого де Кирико, изображение таких вот оживших манекенов. Метафизика в ее философском понимании – это наука, которая занимается изучением первопричины, первооснов бытия, первопричины всего сущего. Здесь я, конечно же, отсылаю дорогих зрителей к произведению, к собранию работ под общим названием «Метафизика» Аристотеля, где он приводит исследования изречения того же Эмпедокла, который считал, что мир состоит из четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха. Демокрита, который считал, что все состоит из пустоты и полноты. И первопричина – это отличие, то есть порядок, положение и так далее. И, конечно же, пифагорейцы, которые считали, что мир вообще состоит из чисел. Число бывает четное и нечетное, как беспредельное, предельное и беспредельное. Но моя же работа тоже связана, конечно, с метафизикой, но с метафизикой немножко другого смысла, другого толка, другого порядка. То есть здесь мы видим некое существо, от которого, как у спрута, отходят такие щупальцы, держащие некие вот абстрактные формы. Это существо символизирует собой такой вот творческий инструмент художника, вот эту творческую искру, божественную искру художника-творца. Такое вот, вот представьте себе, какая-то есть вот некая подземная тайная лаборатория, где происходят вот некие такие исследования, продуктом которого является какой-то интересный результат, какое-то открытие. Вот как такой демиург, экспериментатор, каждый может называть ему как его, как ему больше нравится, благодаря которому вот происходит вот эта вот удивительная реакция. И вот эта искра рождает этот огонь творчества, результатом которого является некое произведение, будь то книга, будь то картина, все что угодно. И вот такое вот существо, такой вот некий творческий дух, он живет в каждом практически человеке, особенно, конечно, в творческом человеке. Вот заметьте даже, когда вот идете куда-то гулять, там, в парк, на природу, или занимаетесь какими-то совершенно отвлеченными вещами, вас вдруг раз, как будто что-то осенило. Вот это как раз результат работы вот этого некого необъяснимого существа. И, конечно же, здесь вот мне приходят в голову слова Жванецкого, который говорил о том, что вот когда хочется что-то написать, какой-то рассказ или еще что-то, то это такое ощущение, как будто вот как хочется пописать, что что-то в тебе уже родилось внутри тебя. Потому что главный творческий процесс происходит все время внутри человека. А, как говорится, картина там или что-то еще, это уже просто результат этой внутренней работы, внутренней деятельности, часто вот иногда спонтанной. И, кстати, если вы взглянете еще на эту работу, то увидите в нижнем правом углу изображение неких таких кубических форм, то есть подобие куба, какой-то трапеции, шар. И это своего рода тоже отсылка к такой художественной метафизике, потому что еще Мане сказал, что если художник умеет рисовать цилиндр, шар и куб, то он умеет рисовать все. То есть с художественной точки зрения все состоит из этих вот основных структур. На этом все, дорогие друзья. Желаю вам удачи, успехов, трудитесь, развивайтесь, совершенствуйте своего внутреннего демиурга. И, возможно, вам тогда откроется что-то новое. Вы достигнете новых уровней. Все, пока.